всей команды на своей половине поля футболисты сборной США сейчас находятся. Слева свободен Асамоа. Пас не очень удобный, в недодачу приходится делать шаг назад. Асамоа. Пас в штрафную, это здорово. И пас пяткой, это опасный момент. Айю выходит один на один фактически. Там по бокам были защитники, но они уже Андре Айю мешать не могли. Какая классная, наконец-то, комбинация удалась футболистам сборной Ганы. На 82-й минуте матча Андре Айю, который был, откровенно говоря, не слишком заметен всю игру, выскочил на ударную позицию, и защитники американские не успели. Гана свой гол заслужила, Гана его, можно сказать, выстрадала и заработала. Пас пяткой блестящий, пас пяткой просто великолепный. И, конечно, вот такие ходы защиту соперника всегда ставят в тупик. Бежали за Асамоа Гьяном футболисты сборной США. Джонсон не успел вернуться, и Асамоа Гьян пяткой выложил мяч на удар Андре Айю, полузащитнику марсельского Олимпика. 1-1. Пятый мяч Айю за сборную Ганы. Вот ошибся я